продолжаем мучить Марка Кнопфлера. Пишем на деку RX-505. Вход. Выход. На нормал ленту Sony HF ES54. Отличная лента нормал топового класса. Дека RX-505, крайне интересный, трехголовочный, двухвальный кассетный магнитофон с возможностью физического переворачивания кассеты. Выезжает лоток, переворачивает ее, заезжает обратно. Таким образом, два лентопротяжных механизма, по сути, находятся в одном длинном и глубоком. Полного ремонта и тотальной настройки потребовал аппарат с заменой всех расходников на самые высококачественные, включая те, которые отсутствуют уже в продаже. Высококачественный аппарат с хорошими головками. Головки в норме у него, что не так часто встречается для Накамичи вообще в наше время. Заслушивают их до дыр, до обрыва каналов, до отсутствия высоких частот, до 50 дБ на краях диапазона верхнего. Здесь все хорошо. Получился аппарат техническое состояние как у новенького. Владельцу могу рекомендовать оставить его теперь себе. Ну, хотя бы потому, что в таком техническом состоянии на рынке купить аппарат невозможно. Для этого требуется дорогое относительно и очень сложное обслуживание, которое бы и привело к такому результату. Вход. Выход. Сделаю погромче, будет слышнее. Закрутим уже, допилим этот диск до конца. Его не банят. Не дошли пока длинные руки. По ходу пьесы буду переключать множество функций в этом аппарате. Всех их описывать не нужно, да и нет смысла. Главное — это сквозной тракт, возможность ручной коррекции звучания при записи, высокий частот ручкой подмагничивания, линейный выход, регулируемый вот таким образом. Вот я только деку включил, оказывается, на усилителе. Вот это у нас диск. А это лента. Итак, возможность регулировки ручкой линейного выхода стандартного для 200 нановеборов 0 дБ на Камичи, 1 вольт на выходе. Поканальный уровень записи, правый канал, левый канал. Все у нас в лучших традициях фирмы. Диск. Лента. Можно немножко прибавить, но еще нет. Лента очень хорошо держит искажения, в том смысле, что отдача у нее повышенная и позволяет прописывать с меньшими шумами, соответственно, музыку. Находится в паспортных своих технических характеристиках. Трансформатор у нее со 100 вольтового заменен на 220 вольт, причем оригинальный, на Камичи. Чрезвычайно
Высокие технические данные, соответствующие новенькому. Внутри все платы вымыты, вычищены. Каждый узел перебран сложного лентопротяжного механизма и настроен по сервис-мануалу, а также по шаблонам и тестовым лентам выставлены блок головок, направляющие и прочие элементы лентопротяжного тракта. Для ознакомления со всеми многочисленными функциями этого аппарата рекомендую приобретать инструкцию на русском языке. У нас она имеется, сделанная профессионально, с картинками, является полной копией оригинала. Это эксклюзивчик. Итак, слушаем запись. Диск. Tough talking friend, split on you in the bitter end, and you look like a fine thing too. Yeah, you look like a fine thing too. Say you're a star. Компрессора совпадали, иначе будет неточность. Я обычно не пишу с Dolby по этой причине, а так правильно настроенная система работает хорошо. Вот в Dolby потишем немножко для сравнения с оригиналом. Играет кассета. Стандартной системой компании.
командерного шумопонижения, и вскоре я переключу на Dolby C и обратно. Без Dolby. Шипение, особенно с Dolby C, конечно, заметно. Играет лента, напомню, на большой громкости. А вот без Dolby. А вот с Dolby. Это коррекция. We only knew each other by letter. Канала воспроизведения, она здесь ручная. При воспроизведении у нас нажата кнопочка должна быть коррекция на 70 мс, это у нас хром и металл, и отжата 120, это на нормал. Для записи выбирается отдельно коррекция в усилителе записи. Нормал, EX, SX, хром, ZX, металл. Это профессиональные приколы. Но на комиссии я долго придерживаюсь, практически до 90-х годов. А это Dolby. Включение, выключение. Есть фильтр сверхнизких частот для записи с виниловых проигрывателей не самого высокого качества. MPX-фильтр для записи с радиостанций. И предусмотрены всякие автоматические функции. Промотки пустых мест, приглушение звука и так далее. Вот так это работает. Итак, диск без Dolby пишем. А сейчас Dolby C. Лента. Thank you.
Dolby, а без Dolby картина вот такая. Big black cloud on a yellow plane, sure enough it looks like rain. Packing up all our faith and truth. Me and the wonder. Лента в Dolby C. Большая, поэтому шипение заметно, конечно, на первом клипе, хоть и топовом. After 2000 came 2001. Don't be bad. To be the new champions, we were there for too long. Come springtime in Arizona, till fall in Monterey, and the raceways were the battlefields of fall and all the way. Was it Phoenix in the morning, a heavy wake up call? Join a ramblin'
warning, but me and no more. No Long Beach, California, with three cracker degrees. We went on to Indianapolis and the they're crucified anyone who knows. I climb a mountain to qualify, went flat through the turn. And I was down in the mighty bins, and an old pal get us down. And I sat down and gasped for me, and I cried. Speedway, you can ask me.
на этом на сегодня все. Всего вам доброго, удачи во всем.